Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Пир Есть. Сегодня приготовим замечательнейшее блюдо. Это вот такие вот очаровательные цыплята корнишоны. Друзья, как обычно, граммы, литры, миллилитры будут ссылочки в описании. А мы начинаем. Друзья, этот вкуснейший рецепт отрывает своего сердца. И делюсь со своими любимыми подписчиками и гостями канала. Это просто неимоверная вкуснотища. Цыплята корнишоны. Мне, кстати, достался вот такой вот инвалид. Я только увидел, когда уже дома открыл. Без крылышка. Ну, ничего страшного. Сейчас обработаем птицу и расскажу, что делать дальше. Так, первым делом, да простят меня любители поп, я отрежу попки. Отрежу у первой и у второй птички. Далее нам необходимо будет цыпленка разрезать напополам. Напоминаю, больших цыплят мы разрезаем, вырезаем спину. Здесь же мы разрезаем по грудке. Вот такой вот я делаю надрез. Соответственно, вот такой вот у меня цыпленок получается. Далее его необходимо будет немного размять. Я делаю брутально, по-мужски, вот так вот, просто кулаком. Поскольку он маленький и невероятно нежный, вот так вот у меня получается все. Убираю почки и другие лишние органы. Легкие здесь уже убрали, я смотрю. Со вторым цыпленком поступаем аналогично. Как обычно, за вкус курицы отвечает приправы. Приправы у нас сегодня одни из самых простых. Сейчас сделаем вкусно. Для этого мне понадобится лимонный сок. Я его предварительно отжал из одного лимона. Чем сока больше, тем будет вкуснее, тем будет лимоннее наша курочка. Далее добавляем оливковое масло. Ну, у меня порядка 1 столовой ложки. Туда добавим соль. Соль у меня морская. И вам советую, когда работаете в духовке, когда что-то жарите, обязательно используйте морскую соль. Это мой совет, как специалиста по грилю. Вот. Далее мы используем чеснок, но чеснок используем сухой, а не обычный, чтобы у нас он не горел, чтобы был аромат, чтобы было вкусно. Ну, тут порядка 1 чайной ложки чесночка. Ну и смесь перцев. Вот у меня тут разные тут перчики. Тут у меня еще есть один ингредиент стоит, но он ждет дальнейшего использования. Когда надо будет использовать, обязательно покажу и все расскажу. Сейчас наш маринад мы размешаем. Вот такой вот у нас вкуснейший маринад получился. На основе лимонного сока. А знаете почему? Потому что мы сегодня готовим лимонную курочку. Это самый любимый мой рецепт приготовления курицы. И я решил с вами поделиться всеми нюансами и секретами. Равномерными плавными движениями наносим этот маринад на курицу. Точнее, на цыпленка. У нас цыпленок корнишон. Его так называют, поскольку он очень маленький. Вес его порядка 300-400 грамм. Да, они стоят немного дороже. Советую не экономить и покупать именно корнишонов. Друзья, будет вкусно. Будет просто очень вкусно. Нереально будет вкусно. Попробуйте. Это совсем другой уровень. Позже, когда приготовлю, расскажу, поделюсь. Не буду спойлерить, так сказать. Наносим активно. То есть, ну, как бы, абсолютно не жалею, поскольку у меня лимона тут, лимонного сока много. Чем больше лимона, тем вкуснее. Ну и в конце добавляем немного красной паприки. Вместо красной паприки можете использовать чили. Чили перец. Если вы любите острый, можете добавить и паприку, и чили перец. У меня будут кушать дети, поэтому я добавлю только паприки.
И вот смотрите, как я наношу слегка. Если нанести много, то она у нас будет гореть. Вот так вот достаточно. Со вторым цыпленком поступаем аналогично. Друзья, я все доделал. Ну вот, осталось только паприкой посыпать. У меня остался немного маринад. Я его добавлю в самом конце. Немного полью свою курочку. Можно сделать аналогично, просто взять, выжать лимон. У меня остался, соответственно, я буду использовать в самом конце. Это добавит дополнительную вкусовую ароматику нашему блюду. Достаточно. И оставляю в таком виде мариноваться на полчаса, на 40 минут. Для вас, как обычно, несколько секунд, для меня полчаса. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. Я еще пока не закончил, но будет очень вкусно. Друзья, прошло полчаса, наши цыплята замариновались должным образом. Самое время их отправлять в духовку. Как обычно, я всегда использую термощуп. Но вы посмотрите на эти грудки. Они настолько минимальные, что там даже некуда щуп вставлять. Поэтому я буду готовить порядка 15 минут. Потом еще минут 5 дам корочку. Друзья, как обычно, температуру ставлю немного выше, чем нам нужно. Соответственно, мы открываем духовку, жар выходит. После этого температуру снижаю и буду готовить 15 минут на температуре 220 градусов. Красотища. Друзья, вот такая вот курочка у нас уже красивая. Сейчас переключаем в режим конвекции. Даем 200 градусов. И еще 5 минут до красивого колера. Уф. Красотища, вкуснотища. Вот такие вот замечательные цыплята. Друзья, возьмем такой красивый леган. Туда отправим наши цыплята. Красивейшие. Посмотрите, сок просто сочится, не знаю, сок сочится, если так можно сказать, но нереально сочится прям. Друзья, и не зря мы оставили немного лимонного маринада, сверху прям нежно так покрываем нашу курочку. Лимон и курица невероятно сочетаются между собой. Особенно, когда вы используете вот такие вот нежнейшие цыплята. Это просто бомба, пушка, петарда. По-другому не скажешь. Вот так вот я добавлю. Все. Все добавлю. Ну и наступает самый вкуснейший момент попробовать все это дело. Очень вкусно. Такие блюда есть под пенное, поэтому налью бокал пенного себе. Друзья, попробуем, что у нас получилось. Ох, горячо. Посмотрите, какая нежнятина. Все пропеклось, 20 минут хватило, нежнейшее мясо. Друзья, сейчас попробую еще. Невероятно сочно, невероятно вкусно, невероятно лимонно. Этот бокал пенного напитка поднимаю за вас. Вы классные, смотрите видео, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Я уверен, что вы смотрите видео от начала до конца, изучаете блюда от и до. Я очень рад, что вы готовите по моим рецептам. Если вы еще не готовили, обязательно приготовьте и поделитесь этим видео с друзьями, если оно было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Как обычно, бокал этого пенного напитка я выпью за моих подписчиков.
за гостей канала. Всем здоровья, всех обнял, приподнял. До скорых встреч, всем пока. Пир есть. Можно вкусно и полезно поесть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч, всем пока.